уникальна тем, что она используется в труднодоступных местах. Mm-hmm. Она может использоваться так же в помещении, потому что у нее резиновые брусья нет цвета раз. Во-вторых, она еще просто работает от электросети. Ну и, собственно, там, где не пройдет обычная воровайка, потому что размер позволяет пройти любой дверной проем. И грузоподъемность 2,5 тонны.